Всем доброго времени суток, меня зовут Авангард, мы играем в Корс Пати. Да, третья часть уже, и, собственно, могут быть некоторые проблемки с громкостью звука, потому что систему-то я переставил, еще не совсем освоился. Тем не менее. Мицуки. Я этого больше не выдержу. Что не так с этой школой? Да что это, черт возьми, было, и почему он здесь? Если он ударит меня вот таким молотом, то я умру. Мы все умрем. Где Куросаки? Фукурои. Не беспокойся о нем. Он только что был здесь. Мы с ним с минуты на минуту встретимся. Я уверен. Я ненавижу это. Я ненавижу это. Не хочу умереть вот так. Все идет хорошо, Мицуки. Тоже это видел, да? Тело Эми, ее голова. Ее голова настежь того. Ну, вы поняли, да, идея. Это должно быть от этого молота. Ну, вот знаю, какой молот она говорит. Недавно было. Не думай об этом, прошу. Не проси. Откуда эта фраза? Проклятие. Куда все ушли? Я слышу какие-то чудные звуки. Это ост данной части? Гляди. Вкрой. Гляди. Коридор. Что же там? Не может быть. Это коридор. Он вырос. Кашу много кушал. Что это? Нет, нет, другой путь. Гляди вниз, точнее дальше. Что происходит? Кто-то идет. Кто-то идет. Что? Кстати, не очень раз озвучка. Только что-то смешное. По-моему, сейчас Фукурои покинет нас. Музыка, ты чё, совсем ошалела? Довольно таки громко, не находите? Это конкурс, кто перекричит другого? По-моему, пока неизвестный всё-таки выиграет у Фукурои. Мицуки вообще своими потугами выбывает из конкурса сразу. Может, не выбывает. Трудно сказать. Беги, Мицуки или Фукурои. Это правильно, что я ничего не вижу на экране? Я думаю, это правильно. Я думаю, я психика могла и не выдержать подобные испытания. Хотя... Ладно, неважно. Нет, нет, нет! Все хорошо. Но... Её заперли? Замуровали в шкафу? Чё в шкафу? Потому что... Не знаю. Подъем. Я знаю, тяжело, но надо встать. Кстати, мы еще не видели это место. Давай. Шаг за шагом. Ладно, ты не выберешься, но надо попытаться. Что происходит? Что, черт возьми, происходит? Это опенинг. Кстати говоря... ну вы и так знаете, да? Разбитый стул на полу. Вообще, как название какой-нибудь песни, такая дворовая лирика, наверное. Дверь так себе. А призрак тоже. А дай-ка мне мою голову, мерзавка. Какой неприятный ребенок, хуже голубого мальчика. Фоня за что-то голубая девочка, но не факт. Трудно сказать, мальчик это или девочка. Но одно ясно, оно, будем называть его в среднем роде, оно безголовое и очень агрессивное.
кто звонит мне? Почему у меня такой мыльный телефон? Беру трубку. Алло. Мама, это ты? О, Наоми. Привет, Наоми. Здравствуйте. Да-да, авангард на связи. Авангард на связи, помоги мне. Я не знаю, как пройти дальше. Ладно, я сейчас знаю. Помоги мне. Кто ты такой? Помоги мне. Дорогой неизвестный друг, я понял с первого раза. Наоми? Наоми, нано? Наоми? Ты здесь? Пожалуйста, ответь мне. Мама? Мама? Мама, мама, это я. Я в реальной проблеме. Большой у меня проблем. Наоми, просто прошу, я хочу услышать твой голос. Мама. Мама. Пожалуйста, просто скажи что-нибудь. Я твоя... Я твоя мама, Наоми. Ой. Мама. Здесь очень плохая связь. Боже, прошу, пусть ничего не случится с тобой. Хотя связь как раз хорошая, как я вижу. Помоги мне, дорогой друг на другом конце связи. Может, ты сиди помолчишь, потому что... Кстати, если внезапно окажется, что звук на мухе, то не серчаете. Ничего не знаю. Да сколько можно? Помогу я тебе, когда руки дойдут. В части шестой, которой здесь нет. Все. Конец связи. Сколько можно, дорогой друг? Я что, горячая линия там? У тебя проблемы психологические. Да. Резон. Мобильные телефоны это так себе. И снова Сейка. Я не понимаю. Это Оми, Наоми тут сидела, да? Помните, в прошлой части это было пятно. Но это и так было очевидно. Ты сказал, что мы вместе выберемся. Я не хочу сыграть за Наоми. Это так себе. Почему ты убила себя? Что случилось? Блин. Что ты видела? Да, действительно жаль. О, привет. Давно не виделись. Кто ты? Я дух девушки, которая умерла здесь. Я еще спиритист, филантроп. Ладно, пожалуй, не филантроп. Ты знаешь, что случилось здесь? Секундочку. В общем, сразил ее отчаяние. Друга твоего. Я... Самое время доставать мой любимый красный словарь. Чем? Что я сразил? Проклятие, которое удерживает эту школу в целости. Те, кто коснулись его, точнее, тех, кого оно коснулось, медленно теряют рассудок. Некоторые люди понимают, что происходит, и держат все, что в своих силах, чтобы предотвратить это, даже забирают свои собственные жизни. Ну а другие, конечно, просто сходят с ума. Иногда они начинают вредить людям вокруг них. Боже, проклятие передается, кстати, от одного человека к следующему. Это ужасно. Теперь, когда твой друг умер, эта школа, это пространство, только твое. Ты единственная здесь живущая. Нет. Ты теперь всегда будешь здесь само по себе, до того дня, когда ты умрешь. Радуйся. А радоваться нечему.
В моем телефоне есть номер Сейка, да и других всех номера тоже. Боже мой. Что-то с сцены падаешь. Боже. Больно. А этот звук? Это была моя нога? Что? Что от нее отвалилось? Не хочу ничего знать. А, понятно. Соберись. Да вы еще пожестче, Наоми. Это не... А сейчас на себя не похоже. Господи. Включите свет, электрики. Опять отлыниваете. Я предупреждаю, что я вот вас сюда заберусь. Я совсем не крепкая. Сейка. Я же не выдержу все это. Кто-нибудь, прошу, помогите мне. Черт, я вообще, по-моему, сейчас хуже всех. О, Йошики, и Айоми хотя бы есть. У них есть они. Они не одни, хотя Майя и погибла на их глазах. Мама не придет. Сатоши! Сатоши тоже. А вот и часть третья. Она зеленая. Не знаю почему. Наверное, там есть глубокий смысл. О, Сатоши! Привет, Сатоши. Ну вот играть за Сатоши, это же здорово. Может, за него играли? Ты отлично справляешься, Юка. Я правда впечатлен, как долго ты удерживаешь без плача и рыданий. Я не плачу, я не... Я чувствовал других живущих созданий, таких как вы. Они тоже были принесены сюда. Всего их было 9. 9 бедных душ, собранных вместе. Ну, заметьте, они уже не смущают их то, что здесь какие-то духи. Они как бы уже привычные ребята. Так, это я, Юка, Наоми, Йошики, Шинозаки. Тут и Шинозаки. Это Аюми? Да, это Аюми. Мисс Юи, Шинохара, Сузумото, Моришиги. Один вопрос. Кто есть Шинохара? Вот это реальный Сейка? Или Сузумото это Сейка? Да, Сузумото это Сейка, а Шинохара это не Сузумото. Не знаю, честно говоря. По-другому говоря, все те, кто были в той самой комнате. Ах, проклятие. Опять всех спасать. Да значит, остальные тоже в этой школе? Ну, не совсем. Как я уже упоминал, здесь Нексус из приближенных пространств. Твои друзья где-то блуждают по ним. Понимаешь? То есть, короче говоря, да, они правда в этой школе, но не в одном месте. Встретить кого-нибудь из них еще, это может быть непросто. Вам придется противостоять воле этой школы, чтобы найти их. И вы можете пробудить ее гнев. И я в нашем месте постарался избежать такой судьбы. Моя уши. Сейчас я беру первый вариант. Я решил, что ваши уши не страдали, я вырезал этот звук, так скажем. Я выбрал первый вариант, что мы все равно попробуем. Мы ценим это предупреждение, но нам нужно попытаться. Мы сделаем все возможное, чтобы найти других и вызволить их отсюда. Большой брат. Они все такие хорошие люди. Особенно... Да все хорошие вроде. Они ничего не сделали такого, чтобы заслужить это. Я их точно не брошу. Лишь потому, что есть какое-то странное проклятие, которое может откинуть меня назад. Нечудовно. Довольно редко увидеть такую нацеленность в эти дни. Будь я решил, не потеряешь ее по пути. Твое желание... Не позволит ни одному человеку умереть.
попробуй вернуть их дух. Неважно, что за ужасы могут ждать. Если даже не сможешь спасти всех, ты, возможно, лишь способен изменить свою судьбу к лучшему. Такие вот дела. Просто ты не заканчивай, как мы. Какой хороший дух. Большой брат. Да, слежу за тобой, что не так. Что имел в виду? Под гневом школы. Землетрясения, трясутся стены, из шкафов сыплются монстры, психи и духи. Я не уверен. Он говорил, что у школы есть собственный разум? И что? В любом случае, нам нужно вроде найти мисс Ю и остальных как можно быстрее. И нам нужно добраться домой также. Если мы найдем путь отсюда, я хочу, чтобы ты пошла по нему. Тут должен быть вход или выход. Или еще через крышу можно. В общем, какой-нибудь путь наружу. Если так, ты выйдешь прямо домой. Никаких «но». Отлично. Окей, босс. Юка Машида, Сатоши Машида. Отлично, у нас такая партия наконец-то нормальная. Пока никто не начал бить. Надо позвонить в любом случае. У нас ключик в шкафу, а вот шкаф заперт. Нам его не достать. Ну что же. Он ключ тебе никуда не уйти от меня. Моя любимая газета. Всегда одна и та же. Бла-бла-бла. Ничего не хочу сказать. Что за ужасный инцидент? Понял, слышу об этом машину сзади. На одном из этих вечерах со свечами. Думаю, она сказала, что это была истина. Правда, такая история случилась. Так, шкурка эта стала синяя. Так, куда идем? Вниз или вверх, господа? Я думаю, пойдем... на золотом крыльце. Да ладно, черт, мы пойдем вниз. Потому что все равно не пройти. Пустое ведро. Интересно. Если к мысли о том, что, например, у Наоми и Аюми ведро было наполнено какой-то фигней, то Сатоши, но пустое. Думаю, смысла в этом особого нет. Смысла в этой комнате тоже довольно мало. Давайте идем наверх, без страха. Я упрек, потому что... Девочка... Это дух ребенка? Это красное платье? Оно будет довольно старомодным. Еще я вошел вниз на бутир. Большой брат. Все хорошо. Она ушла. Мы будем в порядке, наверное. Так. Табличка. Чего? Не понимаю. Несчастье продолжает светиться и затемняться, двигаться и что-то еще. Не понимаю. Кто понимает, скажи. Твою ж пошел я отсюда. Блин. Все хорошо. Тут должна быть свеча. В этой комнате всегда есть свеча. Ты не враг. О, ты мою руку поранил, большой брат. Извини. Юка, не смотри. Беда. Я вижу свечу. Это не муляж или что-то подобное. Это правда мертвое тело? Это правда происходит, не так ли? Большой брат? Мертвое тело? Настоящее мертвое тело. Я закончу так, как это, да? Все из нас, все мы умрем здесь? Большой брат? А, Юка? Все хорошо. А, давай, Юка, мы уходим. Свеча. Что же, сохранение было сделано. И ты. Труп на земле.
а в руке письмо. Там написано: «Дорогой брат, я сожалею, что мы не смогли увидеться снова перед моей смертью. Но у меня уже нет энергии на то, чтобы двигаться, и я так хочу пить. Мой язык словно губка, да. Катинов, Майер». Я просто хочу попить хоть что-нибудь. А, я бы даже выпила этот жуткий оранжевый сок из того холодильника. Прямо сейчас. Так, все, Ангар, соберись. Это просто слова на английском. Но здесь нет ни капли чего-либо. Я так хочу пить. Это делает... Покрушает меня, короче, в уныние. Странно, да? Или не в уныние? Нет. Я просто надеюсь, что ты сможешь убраться отсюда живым. Если кто-нибудь найдет это, то мое имя Хироко Матамура. И из того-то, класс 2-4. Все, Авангард, это просто слова, которые тебе нужно перевести и понять. Нет, я, конечно, и так их понимаю. Но хотелось бы, чтобы вы всех понимали, а то, что не все знают английский. Хорошо бы, чтобы вы все знали английский. Смотрели, смеялись. Это Авангард не понимает, что это значит. Ну и ну. Так, тут вот нацарапано какое-то сообщение на полу. Мои чертовы. Сами знаете кто. Убейте меня, пожалуйста. Я не могу это больше выдерживать, не могу выдерживать. Отпустите меня. Хана нам, ребят. Надо сохраниться. Надо сохраниться здесь. Мало ли что. Ты. А, мы... Смерть слепа. Она проходит за всеми душами, независимо от их слабости или отсутствия чего-то там. Ну и где музыка? А ты кто? Ой. У меня дежавю, ребят. Записки жертвы. Отаки, Мицухару. Я хочу видеть вас снова. Проведение сказало мне, что вы тоже были принесены сюда. Мы все в разных пространствах. Хотя мы все в одной школе. Я не могу видеть вас. А что это все случилось с нами? Я не должна быть здесь. Я должна быть в математическом классе. В предшколе. Ладно. А сестра правда будет зла на меня за то, что я пропустила урок. То, что она поверит этому извинению, даже если я расскажу ей. Я чувствую себя так, что я смогу когда-нибудь найти вас. Я смогу убраться отсюда живой, я не знаю почему. Если вы рады в одной школе, то я должна... То здесь должен быть путь как-нибудь связаться с вами. Я найду его. Но, знаете, отличие от записок каннибала, это вроде не тянет таким духом, что мы можем погибнуть, прочитав эту записку, скажем так. Страшно, однако, кстати. Надо сохраниться. Может, не может сохраниться на быстрых слотах, потому что, по крайней мере, здесь я не буду слышать этих ужасных звуков. А, ребят, как считаете? Юка. Ашаврат, ты не сможешь вернуться домой снова? О. Или мы навсегда застряли здесь, пока мы не умрем? Это же неправда, да? Большой брат, правда? Три выбора за последние 5 минут слишком много для меня. Мы будем в порядке. Где в порядке? Вырвемся отсюда, Юка. Все мы вместе. Не нужно беспокоиться. После всего у тебя есть я, правильно? Хорошая девочка. Большой брат. Нервы все себя выжимает, да? Бедняжка. Не нужно быть сильным.
Через собственный страх и показать Юки, что с нечего бояться. Где-то здесь Наоми за что чувствует себя одинокой и напуганной. Нужно найти ее как можно быстрее. Нужно всех найти как можно быстрее. Проблема в том, что пути у нас по сути нет. Потому что здесь ничего нет. Что же мне делать? Правильно. Нужен план-капкан. Или хитроумный план. Любой план. Ага, что я вижу, моя любимая доска. Я иду за тобой, доска. Как-то я не обратил на нее внимания, знаете. За что, что я вообще не заметил. Логично. Любимая доска, я иду. Это лишь я? Или эта доска двигается? Ага, она была... Другой на этой стороне секунду назад. Может, мы сможем как-то захватить ее? Давай попробуем найти точную точку, где она до этого сидела. Сейчас. Методом тыка найду. Так, ладно, проще другому. Два тайла вверх над доской. Мы уже проходили такую загадку. Что-то создатели повторяются. Это им отнюдь идет не в плюс. Иду за тобой. Так, где она была? Вот здесь. Юка. Эй, Юка, можешь подождать здесь всего секундочку? А? Большой брат, нет, не покидай меня. Не успокойся, я сразу вернусь. Я просто есть мысль. Ну хорошо. Где надо вернуться назад? Обещаешь? Конечно, всего два шага, Юка. От этой скатки не скрыться и... Не сможет разлучить нас надолго. Чего это помедленно? Юка, можешь хотеть доску? А, да, все, она у меня. Не так. Моя любимая доска. Хорошо сработано. Я сказал, что теперь мы на шаг ближе, чтобы выбраться отсюда. Ну как, все, да? Давай, пойдем. Хорошо. Хотя, подожди секунду, большой брат. А? Что случилось? Это для тебя. О, что это? Такая милая маленькая бутылка. Ну, видишь, это мое секретное заклятие. Оно полно... Чего? Ого. Их тут уже правда много. Понюхай. Чем мы занимаемся? Эй, карамель. Довольно неплохо пахнет. Разве ну... Ну, господи, чистое, что? Ну, даже опять пройдет свое время в этом магазине в городе. Видишь? Я ничего не пью. Что? Где? Надо защищать тебя от всяких происшествий и защищать от опасности. Поэтому я хочу, чтобы ты держал ее с собой. Я испугаю тебя, не волнуйся. Я буду в порядке. Лучше с собой у себя это придержи. Но я правильно задержу. Ты возьми это, а? Я просто... Я не хочу, чтобы что-то случилось с моим большим братом. Ты такой разинь. Ты всегда так легко пугаешься. И это правда пугает меня. Все тело трясется в страхе. Правда, хочешь, чтобы я взял это? Я не знаю, я не... Что мне сделать? Хорошо, я возьму... Ну хорошо, я должен это ненадолго. Спасибо. Позаботься об этом, хорошо? За карамели удержать себя безопасности. Но это не все. Хочешь знать, что еще она делает? Это секрет. Ха? Что ты имеешь в виду? Если скажу тебе, то все, скроется. Это я тебе не расскажу. А, подожди. Ты раздражаешь. Что-то будет раздражать меня? Больше, чем, чем то, что называешь меня Розиней? Не знаю. Ага, понятно.
Я не знаю даже... Да, что? Зачем? Стоило ли это того? Ответов нет. Чтоб вас всех. Тут, кстати, плохо дела. Проклятие. Еще одно землетрясение. Юка, держись за мою руку. Все будет хорошо, я в это верю, я это знаю. Все закончилось. Вот это уличная магия, так уличная магия. Вообще, пора бы серию закончить. Давайте глянем на эти несчастные останки. А, у нее письмо есть. Нет, суки. Ее суки. Мне так жаль. Если только я не открыла это дурацкое заклятие. О. Плохо дело. А мы дошли до наших любимых тапочек. Тарасю, последний звонок. Тарасю, конец школы. Если все еще здесь, то тогда Руси, да, здесь будешь. Животное. Ну как? Не животное, призрак. Там. Так, давайте, наверное... Потому что мне уже надо скачивать серию. Возвращаться в тренинг. Пока не хочу, то давайте воспользуемся нашим узаконенным читом. Да, это... Я снесся, стал очень лагать. Как бы то ни было, детям понравилось. Правда, такая разминочная серия, я еще не освоился. Давненько уже не играю в Барспати. Тем не менее, с вами был Авангард, и до новых встреч, друзья. Но если следующую серию буду переводить лучше. До новых встреч!